вы сейчас сами ответили на этот вопрос. Это очень мощная поддержка была. Когда я выходил на каждую схватку, я слышал, как прижалась трибуна. Я просто не мог себе позволить. Руслан, к сожалению, жребий так распорядился, что тебе приходилось бороться с земляками. Каково это для тебя лично? Конечно, очень тяжело бороться с земляками, но в Осетии очень развита вольная борьба, поэтому везде на чемпионатах мира нужно убирать все личные отношения в сторону и думать только о победе. Еще раз хотелось бы скажи, пожалуйста, кому посвящаешь?